Для того, чтобы нам довести вот до этого размера средств, необходимо дополнительную на заработную плату почти 400 миллионов рублей. Из этих 400 миллионов рублей дополнительные мы, значит, предполагаем в качестве источника 359 миллионов в виде налога на прибыль, а оставшаяся часть 40 миллионов рублей нам предоставляется право, если мы уже имеем в своем бюджете расходы, аналогичные тем, на которые дает программа модернизации, мы их можем как бы заместить и высвободившиеся федеральные деньги также направить на заработную плату.